Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники. Снова с вами встречаюсь я, Юлия Миняева, на канале «Лосадоли в огороде». И сегодня я хочу поговорить о выгонке лука. В общем-то, довольно-таки, да, простая культура, и без проблем посадили в мобильные, да, грядки, поставили в теплице или где-то, и он растет. Но я хочу просто снова поговорить о ящиках. Просто меня просили показать, как растет этот лук в ящиках. Именно в ящике, в котором нет земли, и он растет, питается только водой, без добавления каких-либо удобрений и добавок, ничего абсолютно нет, он растет в ящике. Вот такой вот ящик. Если посмотреть, в нем я уже показывала вот такие вот зубчики. И мне задавали вопрос: Юля, вы накалываете лук, это же очень плохо для лука. Но я вас уверяю, совершенно неплохо. Лук растет очень хорошо. Это бесперебойное выращивание, выгонка лука. А почему, я вам сейчас отвечу на этот вопрос. Вот смотрите, вот лучок, вот он растет в воде. Стоит здесь он, это может быть теплица, что угодно, да где угодно, даже на улице вы можете его поставить. Вот лук, одновременно был посажен этот, этот и вот этот. Этот ящик в середине — это мобильная грядка. Мобильная грядка, в которой земля насыпана и посажен лук. Вот сейчас я выдерну одну луковицу, вам вот покажу. Вот корневая вот система, да, у этого лука. Но что получается в земле? Вы посмотрите. Он наращивает корневую систему. А саму зелень, ну не спешит лук нам отдать зелень. Корень растет, корень большой, а зелень, в общем-то, как бы пшик. А вот здесь, посмотрите, что здесь происходит. Я вам сейчас вот покажу. Вот, я беру, вот, свободно беру лучок. Посмотрите, он чистый, абсолютно чистый. Вот корневая система. Она не такая большая, как в земле. И лук отрастает, очень у него быстро растет вот эта зелень. И что получается, когда вот в таком ящике растет лук, вот покажу, выдерну, я беру, но он еще маленький, он отрастет, ну там 3 головки или сколько, я его очищаю, мы кушаем. А на это место, где я убрала лук, вот, где я его убрала, этот лук я сейчас на место верну, я беру и снова сажаю лук. То есть это настолько бесперебойный вот этот процесс. Но я вам хочу сказать, вы посмотрите, какая зелень. Зелень очень сочная такая, лук очень вкусный. И дело в том, что у нас дома он прям вот буквально стоит, даже не на окне стоит, а стоит на террасе, стол, ну, прилично от окна. И зелень огромная, и постоянно мы с луком. Эти ящики продаются у нас, эквадорская компания. А у вас, может быть, я не знаю, где-то они есть, или выписать. Но я вот чисто случайно напала вот на эти ящики. Не сравнить, вот опять сравниваем, да, вот лук в воде, посмотрите. И вот лук в земле, одни и те же условия, одна теплица. Но разница в том, что этот лук в воде растет, а этот лук в земле. Вот пока он, я не знаю, не нарастит, наверное, эту корневую массу, тогда только пойдет расти зелень. Вот просто еще один хотел я вам дать очень удачный совет по выгонке лука. Приобретите ящики вот эти, вы не пожалеете. С вами была Юлия Миняева на канале «Лосадоли в огороде». Пока!